Добрый день. Добрый день. Тыкаем на сумон. Какими судьбами, Зоил? Да я виклик магика не закрыл просто. Я ливнул с него, потому что там был нуб рейд. Это ты сразу после икони? Ну ты ее видел, собирал икони сначала, десятки. А пятая пати это хилы? И Итхоли Пал не зайдет в рейд. Он пятая ката, да. А что, четвертый только? Да. А, ну все, понял. Спасибо большое. Да, все есть. Ну, здесь не танчил, но здесь танчил ЗС-ок и все. Холен не танчил. Там просто свет ты здесь не танчишь, Мишка, а тьму можно. Спокойно. Нормально, будем 10 минут ждать. Как минимум. Ну это да, там основная думка, чтобы и больших ловить сразу. Так, по входящему урону там все нормально. О, Гера. Слышишь, Войт, ты здесь, нет? Могу на Холька зайти. Я дерево. Давай я спекнусь. Да, и кобы прожать. Да там просто каст не виден. Кубы прожимаются в гере после каста. А не во время. Он не сбивает каст. Кубы. Там же по-любому куб активируется, когда надо жать. После в любом раза. Да. Он сразу начинает. Одну ходку кинул и все. Это когда все прожали вовремя. А чё, время есть пару минут? Эх, блин.
Все хорошо, пойду покурю. Какой ты вежливый стал. Ты был быдло. Быдлом. Если что, я не лов, меня дисконуло. Ты все понял. Все уроки. То, что он неубиваемый пока. Жестко там. Там фуловых танков, блин, его даже Алар прошибает, так что туда пока рано. Ну, это я знаю, но я мобов не удерживаю. По мобам. Мобов много будет. Ой, там мобов, блин, милики, стали нет.
Да там и милики, блин, на уешками их с такой скоростью. Там фурик может выдать, блин, под тридцатку, если заряженный. По крайней мере, я вот. Дорогу ему в помощь поставь. Он попросил диск. Рыбу. Сейчас подожди, вон рыбу дали. Где рыбу похавали? Там лут просит поменять. Сделать так, что не притягивается, надо дельфи прожимать. Его подчинили, и теперь танк ставят на мага с чарджем, чтобы он чаржился в него и остался там на месте. И вот эта вот херня, которая, блин, и вот раньше сбивалась, его каст. Он теперь не сбивается, а переживает олм. А, нет. Там, блин, они его чуть-чуть усложнили. Так, я тут просрал немного КД АМСа. Забирай через... Да. Забирай через 3, 2... Да, микрофончик. Ладно, видимо так проживу. Наверное, я. Он не пойдет, он все, он встал, он как вкопанный, он не сместится больше.
Одна радость, блин. Враги вообще нету, блин. Сергей, вряд ли, я на топе не даю ДПС. Ну, ебать, да хули у вас гуляют и не пройдут. Спасибо. Ой. РДД женщины берите. Да заберите. Скорее всего. Волк. Ой, меня убил. Да и захил у него. Ах ты. Да это все. Че, ложимся? Да, конечно. Да нормальный, ну, вроде дисплей. Кстати, для удобства поставь вара на мага.
давай тогда не спылит, но я подамажу. Да походу он не помогал, он, блин, он основным... Он просто основным диспельщиком был. Да это, блин... Не, ну еще смотря какой этот маг будет. А то, может, они на пару, как, блин, вдвоем, блин, Ну, проклятие висело по 10 секунд. И... Не-не-не-не, это, блин, очень тяжко. И это РЛ поставь на крестик вара или медведя. У них чардж. Нет, у них чардж вот есть. Они, потому что как сейчас? Сейчас первым чарджится в крестик, чтобы он остался на месте. Был подальше от всех, а потом разводятся все, да. Потому что, блин, сейчас вот эта вот херня не сбивается, этот каст, приходится переживать. И чем он дальше, тем он лучше. И медведь, он чарджится первым, а потом растаскивает остальных. Нормально встал. А Олму вообще можно к выходу оттащить, чтобы подальше скинуть. Хоть бы черепок, да? Крош, маг. Ну все, залагало, нет? Рискнуло меня. Сейчас выйдет. Надо Т4 прожимать под деф. Прожимай первый, потом скажи мне, когда я прожму.
Вот вместо одного человека можно хила добрать. Не, в принципе, слышишь, вместо меня тут Кима может про этого по дисплею смогу на Холи Пава просто запрыгнуть. Да-да-да, перекинь мне. Хотя ладно, можешь кикать, пойду Паву. Топ ДПС ушел, блин. А кто ушел сейчас? Лок. Слушай, сейчас будет три плюсика в этот, в ЛФГ. Один. Ну или больше там. Да-да-да. Да похуй. Честно, у меня ни одной печеньки еще нет, но я даже не за печенькой иду сеть сюда. Да, это жестко. Дон. Я уже тут, спасибо, не надо сумолить меня. Thank you.
Мне кого чай скинуть тут лучше? Кого часто шибет, нихуево? Чего? Я лох, Дед Гарик. Не, это не у меня было. Слышишь, на кой сейчас два холи пала тут? Диспел креста. Овца не диспелится в деле. Thank you.
потратить тут. Да я, если что, это снизу что брошь. Кажется, да. Не помню, конечно же, давно и плохо был здесь. Челик на престах, косты, кай, пожалуйста. На престе, который там сидит. Не, опять пофиксили эту шнягу. Чё, косты? Два раза захилило Лока. Кто на престе там сидит? Вар. Ну, скорее всего, эти вот три стакана, которые он отхилил. Поставь фрогун. Например. Да, длинный самый. На остальные. Вот, правильно. Все, не надо. Только самый длинный. Ну что там вот на контроле или что? Выходите, у них ХП не отнимается. Ну, все уже. Слышишь, Войт, если у нас два холепала, может, давай я в ШП? Джей все поставил. А
вопрос такой, а кто-нибудь кидает на еврея из Сирии? Просто я бы кидаю, я думал, мы, может быть, перекрестились. Тут. Просто он никто никуда он подбегать не будет. Слепоглаза среди заберите. Не житой ты здесь. Паладин, не житой ты здесь. Он, короче, на когда он активировался, вырубил печать повиновения. Правильно, что ли? Нам 300к не хватило. Да, да. Может, стыдно стало? Шаман. Он написал что-то типа да, да, там. Да, да, Мия. Три секунды. Слушай, ты говоришь, что это у тебя Т4. Что значит, блядь, это Т4? Типа, оно у тебя прожимается, блядь, как-то? Ну, просто столько раз слышал, не могу понять, всё. Просто... ёбав. Прожмите Т4! Не только вот самому о себе, а ещё и рейду, как у протовара. Ну, я понимаю, где посмотреть, типа, прожимается? Вот, слушай, многие, типа, дайте Т4, вот. У тебя в бафах вешается. Уменьшение бафа. Да.
Активация скоро. Пол, пол. Череп. Бомжей нету. Медики разберутся с собаками. Бля, пожалуйста, не крути его так больше. Кидай еврею истерию. А, все понятно с тобой. Ты что, в два окна, что ли? Еще ну и все. Да, уже смысл. Ну, так ты посмотри, сколько у папочки, ёба. Так, а тебя еще нет? Прошу. Ебанутый! В хорошем смысле. Я не удивлюсь, что он в 5. А в каком ты 5? Ты чё? Он только до 4. Ты четвёртым бегаю, бля, жопу знает сколько. Не добили. Да лучше, чтобы он. Так оно так всегда, типа, пока не добьешь, вроде он не появится. Ну, типа, другой не активируется. Это не обычка, типа. Это активируется. В обычке они активны все. Там даже... Не, просто человек знает, что говорит. Лапус, нет. Не-не, ты чё, человек знает, что говорит. Да хуйню он несёт. От этого голоса я поверил. Человек знает, что несёт. Велики в табло ему бьют, а РГД сюда унесли. А фига, нет, там... А, это загадочный механизм. Зараза, они похожи эти дебафы, блин. Дал прожим. Давай. Твою прожим, когда... Давай, Т4 дай. Вот, давай. Вот он.
Сейчас, видимо, дисплей надо будет. Как на Олме. Было. Там и шамановский баф. Нет, он локовскин тоже может взять, но берет очень редко. Я только один раз их видел, чтобы он взял их локовский. Угу. Было дело, я был в шоке, бля. Нет, у нас было. Рейд в шоке был. Давай, ёбу. Локу не добили. Ага, рукой. У него спроси. Давай я на медведя зайду. Закрываю. Да, мне лучше медведем. Чардж, а там это шот. Не, ну тряпку шотает. Кольчугу я не знаю, убивает или нет. Тряпку точно шотает. Да, как говорится, мертвым это все себя спасает. Понятно. В кольчуге брать побольше. А, еще корова, да? Ой, да чтоб тебя, я только подошел. Танки, блин, когда он чаржится, с него гроз падает. И сразу таунты на убежавших бросайте, чтобы он так не бегал. Только прибежала сразу, чтобы его получить. Нормально. Только подошел.